Рождение ребенка – самый долгожданный и счастливый момент в жизни любой женщины. А когда появление младенца ожидается под Новый год, это праздник вдвойне. По традиции, будущих мам, которые сейчас находятся в родильном доме, поздравила главный врач Денцовской центральной районной больницы. Мы проводим сейчас в родильном доме достаточно много акций, и мы решили провести акцию поздравления. Это поздравление и знак благодарности за то, что наши пациентки, которые родили у нас, они выбрали именно наше учреждение. Да? Потому что сейчас, на сегодняшний день, у нас прошло 4300 родов. Это достаточно большое количество, и мы очень гордимся этим. Добрые слова в адрес этих молодых женщин прозвучали и от депутата Московской областной думы Ларисы Лазутиной. Я хочу вам пожелать только одного – это крепкого здоровья вам, вашим малышам, благополучия всем вашим семьям и поддержки, конечно. Новогоднее настроение, памятные подарки, теплые поздравления – все это получили женщины, которые в ближайшее время станут мамами. Кроме того, им рассказали о новой акции, которая стартует в роддоме с 1 января 2018 года. Мы хотим сделать финансовые бонусы, поддержку семьям, которые рожают у нас тысячные роды, двухтысячные роды, трехтысячные роды, четырехтысячные роды и пятитысячные. Пятитысячным родам банк будет делать финансовый бонус в размере материнского капитала. Я считаю, что это очень тоже достойно, знаково. Вообще, я признаюсь, конечно, честно, это была идея Ольги Александровны, которую я с огромной радостью поддержала, потому что Ольга Александровна не только наш депутат, не только главный врач, это мой большой-большой друг. Новый 2018 год станет для этих женщин одним из самых счастливых в жизни. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».